Проблемы, которые происходят в этих ситуациях. Что должен делать с этим состоянием? Сопротивляться им, пытаться исправить? Вдруг у тебя есть такое желание, может быть, как-то сопротивляться чему-то, молиться? Что с ним делать? Если ты делаешь правильное выяснение, и приходит это к тебе, от нет никого, кроме него. И исходя из нет никого, кроме него, ты приходишь к состоянию, если не я себе, то кто мне? То есть что-то ты должен делать с этой ситуацией, но затем вновь вернуться к нет никого, кроме него. Это подобно первому, второму и третьему состояниям всего мироздания. То ты найдешь правильное действие, что делать. Как выполнить материальное действие вместе с тем, чтобы оно было подобно духовному действию, когда ты делаешь его вместе с ним.